Всем привет, друзья! Сегодня день Конституции. Мы находимся на Быстрицком международном аэропорту. Вот так вот вы можете посмотреть окраины аэропорта. Вот стоит техника. Пилоты, помашите ручкой для YouTube-канала «Закарпатский легень». А сейчас мы подойдем. Да, готовится к полету Анастасия. Михаил, может, а там не было еще лампочки, Андрей? Сейчас мы подойдем к пилоту и все у него расспросим. Не, такая вот история начинается. Главный штурман или пилот, или как, Стас? Да. Расскажите, где мы находимся и что мы тут делаем? Коротко. Мы находимся в международном аэропорту Быстрица. Сейчас будет совершен межконтинентальный полет с Анастасией через Латрицу. Вот, полет будет долгий, будем наслаждаться, поднимемся на высоту порядка 300-500 метров, посмотрим, где мы там словим удовольствие. И все. И коротко про аппарат. Давайте подойдем. Мото дельтаплан. Как он летает, не понимаем. Вообще даже инженера не понимают, как авиационная техника. То есть примерно как группа ВАЗ, да? Да. До конца не знаешь, куда он повернет. Они подняли то, что изначально не должно подниматься. Я понял. Наш ворон. Мы его называем ворон. Вороненок. Делаем осмотр перед каждым вылетом. Мы всегда после вылета до смотрим, все ли на месте, двигатель ли на месте. Ничего. Крыло есть. Крыло есть. Винт даже есть. И даже есть винт. Да. Отлично. Ну все, да, погнали подготавливаться к подъему. Анастасия, как у вас настроение? Шикарно. Шикарное? Отлично. Чтобы не задерживать. Да, один полет, и можно с кем-то в бонус еще и с прапором. Нет? Нет, с прапором мы двое, потому что лет будем штурвала. Круто. Конечно. Смотри, папа. Там такая красота вообще. Полетим, посмотрим красоту. Итак, экипаж Анастасии и Стас набирают скорость для поднятия в небо Закарпатья. We'll be right back.
полета успешных. Как впечатление, Анастасия? Нет, я вода. Да. У тебя огонь. Так что все отлично, да? Молодец. Спасибо, супер. Спасибо большое. Наконец-то. В общем, я всем рекомендую. Это просто... Что, как нет, вам, нет, да? Слов. Нет слов. Хорошо. Красотища вообще. Так, ребята, кто... что, мы... А теперь праздничный вкусный кофе тем, кто долетел, кто выжил. Нас осталось немного. Так, три кавы. Суп. Друзья, если вы прибыли на Закарпатье и не знаете, куда вам податься, о, пожалуйста, да. Чинадиевский международный аэропорт, главный тренер Стас, Станислав. Мы гости, Боинг 747 готовится к следующему отлету. Эмоции зашкаливают, вы просто даже не представляете себе, какие это красоты, какие это виды. Рекомендую. Андрик, тогда после идем с флагом. Я тогда готовлю флаг. Готов флаг. Да, бо ребята уже там.